Шапито Бургер, сезон первый. Привет, добро пожаловать в Шапито Бургер. Наш девиз – горячие шины, горячие гамбургеры. Ого! Хороший девиз. Можно мне обычный бургер, пожалуйста? О, сейчас будет. Эй, Тим, можно мне простой бургер? Нельзя. Одну секунду, сэр. Эй, Тим, в чем дело? Плита исчезла. Оу. Кто-то просто вырвал ее из стены. Ну, наверное, это был Стив. Почему ты так думаешь, Билли? Тут как бы масляная дорожка, ведущая к его кабине. Еще одну секунду, сэр. Стив, ты случайно не видел плиту? А, вот же она. Стив, что ты делаешь? Конечно же, пеку вкусняшки для распродажи выпечки моей дочурки. О, сэр, я не знала, что у вас есть дочка. Я не думаю, что у него есть. Стив, мужик, плита даже ни к чему не подключена. Неужели я вижу клиента? Привет, мальчик. Я? Чего мы желаем этим чудесным утром? Я чувствую, что меня немного водят за нос, но повторюсь. Просто обычный бургер. Пожалуйста, сэр. Какой замечательный мальчик! Держи копеечку. Так, погоди-ка. С Рождеством тебя, мальчик мой! О, ну ладно. С Рождеством и вас. Сейчас же июнь? 100% июнь. Вы слушаете 102.5, радио закусочных на колесах. Где мы ставим только песни странного Элла. Как и должны. Я просто не могу представить полдничный наплыв. У людей нет полдничных перерывов. Может, у них перерыв на наплыв, а? Перерыв в 9 утра? Опа, мы приехали. Я думал, нам еще 15 минут ехать. Понятно. Стив, приятель, чего творишь? Добываю мясо для бургеров! Стив, у нас много хорошего мяса в морозилке. Мяса достаточно. Ой, Стив, вы справитесь, достаньте нам мяска. Не подбадривай его. А ты силен. Может, вмешаемся? Или... Не, этот лось прям качок. Стив, мы пропустим полдничный наплыв! 4 туза! Ты проиграл еще тогда, когда попал в эти леса! Думаю, я сделаю что-нибудь. Осторожно, Билли! Уходи отсюда, ты благородное существо. Нет! Вернись! Майкл! Мой сынок! Мой мальчик! Разве ты не пытался его съесть? Билли, девочка моя, поторопись! Мы не должны пропустить полдничный наплыв! Чё? Быстрее, Билли! Ладно, иду, иду. Эй, Стив, я... Воу, Стив, почему вы такой большой? Все в порядке. Пожалуйста, не вызывай пожарных. Оу, не волнуйтесь, сэр, я не буду. Чисто между нами, Пегги. Я покурил этот джул, и он сотворил немыслимые вещи с моим разумом и моим телом. Воу, я и не знала, что они могут так сделать. Снова возвращаюсь на Бродвей. Пенни, можешь мне помочь? Да, само собой. А в чем дело? Там этот ребенок снаружи. Я думаю, это покупатель. Но что-то с ним не так, он меня реально стрёмает. Не волнуйся, я отлично лажу с детьми. Привет, миссис Клоун! Можно мне тарелочку супа? Билли, мне кажется, это наш босс. Ну, Стив, это невозможно. Привет! Он уменьшается? Вау. Прошу прощения, дама. Это заведение открыто? О, да-да-да, конечно. Что бы вы хотели? У меня ужасная тяга к бургерам, верите или нет? О, клёво. Мы же их продаем? Наверное. Я лишь прошу Тима. Тим, мы все еще делаем гамбургеры, да? Ну, ты знаешь, несмотря на все. Приятно это... познакомиться! Меня зовут Том! Что? Что-то не так с этим Стивом. У него какая-то своя атмосфера. О, это уж точно.
Ой, покупатель! Извините, сэр, скоро ваш бургер будет готов. А, без проблем. У вас замечательное заведение, мэм. Ой, спасибо, но я не владелец. Это наш босс. Стив. О, ты хочешь похулиганить, а? О, ты походу хочешь встать мне палки в колеса? Ты походу хочешь встать мне палки в колеса, Бильбо? Что ж, давай потанцуем! Конрад! Пушку на взвод! Пушка готова, босс! Ха! Огонь! Какого черта творится? Фу, опять вы. Это кто? О, это зомбургер, конкурирующая с нами закусочная на колесах. Это тот день, когда вы умрете, Шапито-бургер. Умрем? Да. Ну, они типа того, но знаешь, они пытаются нас уничтожить. Эй, Стив, как делишки? Хоть один бургер продал? Его бургеры отстой, но мои в 100 раз хуже. Мы, по сути дела, продаем уголь на булочке. Ваши бургеры по сравнению с нашими просто говяжий Веллингтон. Как яблоко, которое Ева дала Адаму. Продавать нашу еду чистой воды преступление. Никто даже не может переварить то, что мы продаем. Ну и что в этом хорошего? Да, погоди. Что в этом хорошего? Клубцы! Это тематическое заведение. Люди приходят к нам только для того, чтобы постить в Инстаграме шутки о наших безумных бургерах. Чем хуже еда, тем лучше продажи. Плохая еда, хорошие продажи, Стив. Хорошие продажи. Пушку на взвод! Ох, какая странная бизнес-модель. Они нас, походу, даже не слушают, да? Мы его прибили! Кто-нибудь вылети праздничную бочку на Конрада? Мы их прибили! Да! Поехали домой, ребята! А за рулем вообще кто-нибудь есть? Я еще вылезая из постели с утра, знал, что ты вытворишь что-то подобное. Типичный Стив, я не удивлен. Да, с тебя станется выкинуть подобную херню. Я тебе за это отомщу! Стив! Боже мой! А это нормально для закусочных на колесах? Спасибо, что пришли. Хорошего вечера. Мы же утром были клоунами, не? Ну да, это просто макияж, типа грим. Что? Ты думал, это было... Ну, я думал, вы все настоящие, неподдельные клоуны. Я разочарован. Чувак, клоунов не бывает, не тупи. Да, это была та еще муть. Эй, Стив, ты идешь? Будешь носить этот прикид всю ночь, а? У этого чувака своя атмосфера, точно говорю? Увидимся завтра, Билли. Увидимся, Тим. Пока, Пенни. Релиз подготовлен командой CyberCat Studio. Роли озвучивали Ван Кет, Акакен, Мигера, Абсентия, Малевич, Зозя, Ван Розенберг и Мяурик. Перевод Смешман. Работа со звуком Мяурик. Там еще сцены после титров, так что о них тоже не забывайте. И всем спасибо за просмотр. Чего мы желаем этим чудесным утром? Мне кажется, что меня немного водят за нос, но я повторю. Просто обычный бургер, пожалуйста, сэр.
Хорошо. Если я не ошибаюсь, немного поводить за нос — это... Если я не сильно ошибаюсь, мой нос сейчас действительно кто-то водит, но я повторюсь ради того, чтобы получить то, что хочу. Просто обычный бургер, пожалуйста, сэр. Пенни, можешь мне помочь? Да, само собой. Да, ну знаешь, с собой тебе помогу. О, конечно, да, само собой, простите. Возвращаясь к... Я облажалась, потому что с меня слетело покрывало. Он становится... Он становится меньше. Вау. Моя кошка чешет коврик, не делает. Простите, дамы. Это заведение открыто для ужина? О, да, конечно. Что бы вы хотели? У меня ужасная тяга к бургерам, верите или нет. О, круто. Мы же их продаем? Думаю, что да. Дай мне спросить Тима. О, ты хочешь похулиганить, да? Ладно. О, ты хочешь попинать мой раздутый животик, Бильбо? О, ну ты бы выкинул такую херню, не так ли, Стив? Ты бы выкинул такую херню, скользкая жаба. О, ты бы выкинул такую лошадиную задницу.